Bence hangisi kullandıysan? Все начали, да? Друзья, как у вас настроение? Как у вас молодая жизнь, друзья? У нас очень молодая жизнь, действительно. У нас отлично жизнь, лучше всех, друзья. Потому что мы живем в раю. Мы живем возле Средиземного моря. Самая теплая точка в Турции – это город Аланья, друзья. Сейчас с вами. С вами находимся центральный офис, офис Арбатомс. У нас есть три офиса. Один офис в районе Клеопатра, один офис в городе Мерсин, еще один офис, центральный офис в районе Махмутларе, друзья. Компания Арбатомс 13 лет на рынке недвижимости. И есть еще у нас свой собственный проект, друзья, не только агентство недвижимости, еще мы застройщик, друзья. Так что чай, турецкий чай, очень вкусно. Всем рекомендую, особенно когда вы сюда приедете, чтобы пить именно турецкий ароматный чай, друзья. Так что о чем будем говорить сегодня? Мы с вами были в Украине, с вами были в Истамбуле, с вами были, будем еще... Где будем опрашивать? В Казахстане будем, друзья. Пока вот этот проект, пока я вам не показывал, хочу озвучить маленькие информации, друзья. В Казахстане будем, в Нур-Султане будем, в конце февраля, потом будем в Алматы, друзья, для консультации. Кто захочет встретиться и поговорить, и как можно правильно приобрести недвижимость в Турции, друзья, можем с вами индивидуально встретиться и поговорить. Заранее нужно просто записываться под видео. Есть мои контакты, пишите, звоните. Так что сейчас с вами будет одна большая, красивая, элитная квартира, друзья, элитные комплексы и район Махмутлары, друзья, от нашего офиса, между прочим, недалеко, поэтому отсюда начали. И богатая инфраструктура. Есть скрытый бассейн, открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, друзья. Есть беседка, есть место барбекю, есть открытый бассейн, детский бассейн тоже есть, друзья. Действительно, проект очень красивый, уже готов, уже там люди живут. Но в этом доме на 6 этаже есть одна квартира с мебелью, с бытовой техникой, друзья. Хочу с вами сегодня вот в таком пасмурном погоде, пока дождь идет, с вами хочу поделиться, друзья. Так что, друзья, если вам понравятся наши видеоролики, можете свои мнения под видео написать, потому что ваше мнение для меня, для Арбатомс очень важно, потому что ваше мнение нас направляет в хорошую сторону. Так что давайте теперь поедем, посмотрим своими глазами. Итак, друзья, теперь мы с вами приехали в тот проект, который от моря 400 метров на 6 этаже 2+1, 125 квадратный метр и богатая инфраструктура, элитный дом, друзья. Так что вот это прихожая, здесь главный вход, дверь. И с правой стороны сразу вот такой шкаф для обуви, насколько я знаю, да, у нас дома нет, просто для обуви это, и домофон есть, и у нас, я не знаю, в России как, счетчик на улице или внутри? Чаще всего внутри ставят. Да, у нас тоже, здесь тоже есть, это не счетчик, это просто отключить, подключить можно электрик, и счетчик вообще внизу в подвале у нас. Итак, здесь общий санузел, вот такой, душевая кабина, и здесь много-много шкаф есть, и есть еще такой красивый, хорошо, полотенце.
очень красивые полотенца, яркие, свежие, все новые, в самом деле, друзья, чистая, уютная квартира. Потом, откуда начнем? Давай аппарат, отсюда? Спальня. Давай, спальня. Это родительские спальни, и достаточно большой, и потолки очень высокие, в самом деле, потолки очень высокие. Это все турецкий текстиль, кровать достаточно большой, матрас очень красивый, в самом деле, друзья. Матрас достаточно уютно. Матрас для спины важный аппарат. Так что и здесь еще вот такой красивый, хороший дизайн, да, аппарат. Вот это красивый для женщины, да, это здесь макияж они делают, насколько я знаю, да, макияж делают. Ты макияж делаешь? Шучу. Так что здесь еще есть огромный, большой шкаф, длинный, широкий шкаф, друзья, действительно шкаф, достаточно большой, и здесь такое качество, вот это все качество, в самом деле, друзья, чувствуется уютно, красивый дом, общий санузел, там показывали, здесь есть еще родительский санузел, бойлер для горячей воды, и здесь тоже полотенце, так что здесь красивый, хорошо, вот в таком виде она на продажа, друзья, с мебелью, с бытовой техникой на 6 топ. Это же два балкон, еще один балкон здесь, где кухня, там главный балкон. Здесь еще один балкон есть. Сейчас я вам все покажу. Вот здесь такой балкон. Даже этот балкон можете засеклить, пока у нас дождь идет. Дождь идет, все равно тепло, друзья, не холодно. Здесь вот такое немножко разделили. Здесь можете свои вещи тоже поставить, как кладовка типа, можете даже шкаф тоже поставить. Достаточно большой балкон, не маленький. Давай, оператор, заходи. Так, закроем. И здесь мне очень нравится, что уютно. Не так много вещей нету, аксессуаров немного, но она уютна, домашняя атмосфера. Длинный, широкий коридор, друзья. С правой стороны вот здесь такой еще высокий шкаф, и еще шкаф здесь тоже есть, еще чемашир макинесы есть здесь. Чемашир макинесы как будет по-русски? Стиральная машина. Стиральная машина. Я сейчас скоро еще по-турецки буду спрашивать тебе, готовься. Здесь есть еще детская комната, друзья, вот детская комната, длинный, широкий, большая комната. Это все турецкий текстиль. Мне очень приятно вот такой как-то трогаешь, она видно, что качество. Здесь тоже матрас, очень красивый, хороший матрас, на самом деле. Она еще внизу открывается. И здесь тоже светлое, большое окно. Каждая комната есть такой кондиционер, друзья, для каждой комнаты. И, конечно, самый главный зал и кухня, который где больше время проводим, друзья. Зал и кухня огромный, большой зал, друзья. Телевизор тоже есть. Много красивых, хорошо, люстры. Посмотри, пожалуйста. Красота. Очень красивые люстры. И светлая квартира. Там тоже огромное большое окно. Короче, еще здесь такой большой. Можно немножко дальше подождать, чтобы видно было кухня. Такой красивый, хорошо. Вот в таком виде. Вот такой. Сейчас телефон. Там. Мы на съемке. Можно перезвонить? Я сейчас буду скоро в офисе. Давай. Вот такой кухня, друзья. Холодильник тоже достаточно большой. И здесь холодильник. Как будет по-турецки холодильник? Булаш. Здравствуйте. Булашек макинесы – это стиральная машина. Холодильник. 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 Буздолабы. Буздолабы. Холодильник, буздолабы. И есть еще здесь микроволновка. Боишься, что буду спрашивать? Боишься, да? Еще духовка, выточка. Короче, чистый, уютно, очень чистый. Даже никакой пыль нету. И здесь еще дополнительный шкаф есть. Мне очень нравится как-то вот такой планировка, да? Здесь окно. Как-то посуду помоете. Можете наблюдать напротив. Можете посмотреть, что, где. Вот все. Красота, мне очень нравится. Вода тоже есть, все работает. И самое главное, еще мне здесь нравится, что балкон засеклена. Здесь балкон
застеклена, еще дополнительный вот такой есть занавес, друзья. Как будто отдельно еще комната получается. Длинный, широкий, вот такой балкон и угловой балкон. Здесь доска тоже есть, так что доска тоже есть. Вид, даже кусочек отсюда моря видно, кусочек. Красивый, хороший, открывается панорамный вид. Рядом какой-то дом, нету, напротив сад и дорогу. И рядом есть еще продукты, магазин и все, вот это аптека, поликлиник. Все близко, друзья. Огромный, большой стол еще для балкона. Так что... Что мы с вами смотрели? С вами смотрели район Махмутлар, город Алания, друзья, 400 метров до моря. 2 плюс 1, 7 плюс, бытовая техника продается, друзья, на 6 этаже. Элитный дом и богатая инфраструктура. Для себя очень хорошо, для сдачи аренды тоже очень хорошо, друзья. Тихо, спокойно место, все, городская инфраструктура здесь рядом. Еще вот этот балкон застеклен, на самом деле это не маленькие деньги, это большие деньги. Все готово, вам нужно просто приезжать, жить, свои зубная паста, щетка забрать, приезжать, больше ничего не нужно. Оператор, можно ко мне? Если вам интересно именно вот это предложение, друзья, как владелец компании Arbotoms, мой личный телефон под видео есть, пишите, звоните через Viber, WhatsApp и Telegram, с вами можем поговорить, друзья, индивидуально, так что немножко торг тоже уместен, но, к сожалению, не ругайтесь меня, хорошо? Не ругайтесь, я цену не могу озвучить, потому что есть некоторые проекты, некоторые места можно цену говорить, нам разрешают, некоторые места нет, не надо говорить, так что, поэтому, если вам не тяжело, это не картошка, правда, это не картошка, не баклажан, это недвижимость, самые ценные вещи для человека, поэтому вам, если не тяжело, просто возьмите трубку, звоните, так что сразу со мной можете поговорить, так что всем желаю удачи, счастья и любите себя, друзья, любите себя. В самом деле жить очень хорошо. Особенно как-то себе любите, еще лучше жить. Любите себя. Каждый день как-то утром встаете перед зеркалом. Что можно говорить, оператор? Я себя люблю. Три раза говорите. Я себе люблю. Всем пока-пока.